Привет, друзья! Сегодня мы научимся выполнять опасный горизонт на пилоне. Повторите элементы начального уровня горизонт и банан перед тем, как тренировать этот трюк. После выполните базовый подъем на пилон не очень высоко и зажмите пилон между прямых ног, как в элементе горизонт начального уровня, стопы скрещены. Скрутите таз в сторону нижней ноги, сильно зажимайте пилон между бедер. Далее установите руки как вариации горизонта широким хватом. Одноименной нижней ноге рука внизу кольцом вниз, а вторая немного выше ног кольцом наверх. Слегка прогните корпус назад в этом положении, следите за положением плеч, держите их опущенными, лопатки стремятся друг к другу. Держите нижнюю руку прямой и сильной, не выключая при этом локоть. Убедитесь, что ваши бедра хорошо сжимают пилон, не скользят. Стопы скрещены, напрягайте мышцы ног и пресса. Если вы уверены в сцеплении бедрами, начните постепенно ослаблять хват верхней руки и уводить грудь вперед. Следующий шаг я крайне рекомендую выполнять только с поддержкой друга или тренера. Итак, если ваши бедра не скользят, вы продолжаете отлично сжимать пилон между ног, то осторожно уводите верхнюю руку от пилона назад, слегка изогнитесь дугой в этом элементе. Не уводите руку назад резко, а напротив, медленно и осторожно. Вы выполнили опасный горизонт на нижней руке. Чтобы выйти из элемента, вам нужно будет убрать прогиб в теле и снова схватить пилон свободной рукой выше ног, вернуться в положение сет или крест на пилоне. Итак, сегодня мы разобрали технику выполнения опасного горизонта. Надеюсь, что у вас все получится. До новых встреч, пока!